Я тебе так скажу. Если ты решил стать басотой, то мне басоты не надо. Тогда лучше съезжай с квартиры. Вот так вот зараз съезжай. Нам такого не требуется. Папаша, я не понимаю, о чем вы говорите. Мне непонятно, с чего вообще такие разговоры. Когда ты хочешь опять завалиться на нары, твое дело. Но в моем доме я бандюгу не потерплю. Так что или гей век, и зайн гизинт. Если вам надо, чтобы я съехал, так я съеду. Только после вам самому будет стыдно. Вы будете гордиться, что у вас такой сын.